смотри, ну как Григорий, дай ума. В прошлый раз мы красили диски на эту жигу, но сегодня мы приехали затариться ништяками для нее. То есть это дедушкин магаз, так у нас называется этот магазин. Купили разных ништяков, это у нас и доктейл. Придадим немножко вида жиге. Спортивный руль Нарди. Ну почти оригинал, короче. Копия, но сделана очень круто, то есть не гнется. Проверили его, купили маятник, рулевую трапецию, переходник под этот руль. Вышло довольно-таки недорого, мы сегодня оставили почти 10 тысяч. Но это привычное дело для нас, для жигулистов. Ну и сегодня наша задача все это поставить, показать вам и рассказать подробнее про нашу жигу, которая очень неплохо сохранилась для своих лет. Мы приехали на СТО поменять шаровые, рулевую трапецию и маятник. Но это не главное. Посмотрите на эту жигу, как хорошо она сохранилась, а ведь это 96-й год выпуска, ведь могли и делали хорошо. Давайте заглянем под днище. Здесь мы видим ту же самую картину, все абсолютно живое, ни единой дырочки. Сейчас заезжаем на стенд, чтобы сделать развал исхождения. Что нам для этого понадобилось? Во-первых, шаровые ТРС Sport. Это, кстати, спортивные шаровые, стоят они недешево, но очень многие хвалят за высокое качество. Второе. Рулевая трапеция Кедр. Про нее не могу сказать абсолютно ничего, купили в первом попавшемся магазине. И последнее. Маятник на подшипниках. Фирму забыли, ну, скорее всего, тоже какой-нибудь Кедр или Сосна. Вот так, с помощью молотка и такой-то матери, нам все благополучно сделали. Ну, поехали прокатимся. Иди сразу к этому. Место встречи, короче. Ой-ой-ой. Это было жестко. Это было близко. Итак, все, что мы хотели сделать, сделали. Поставили все ништяки, съездили на сходку боевой классики, подрифтили и просто хорошо провели время. Но самую интересную часть с обзором нашей жиги и планах на нее мы оставим на следующий раз. В общем, ждем хорошую ясную погоду и снимаем дальше. Пока! Hold up, fuck my life. Smoke when I like spice, like night.